Ощущение, что мы секта какая-то. Нет. Марина Капченко в зале. Екатеринбург. Ваши аплодисменты. Ну и поскольку фильм снимался в Екатеринбурге, и практически местными силами, и мы все горожане помогали, я предлагаю от всех горожан выйти на эту сцену еще одного актера этого фильма, Евгения Ройзмана. Ну все, в полном составе, Василий, жги. Женю ждем, ждем Женю. Слушайте, я, во-первых, рад всех видеть. Мне очень приятно, что это фильм нашего режиссера. И, как сказал Гоша, любому русскому актеру за честь сниматься у Сигарева. Это очень приятно. Потом, этот фильм снимался в основном екатеринбуржцами, в Екатеринбурге. И ни про один город нет таких фильмов. Ни про Челябинск, ни про Пермь, ни про Новосибирск. Вот. Поэтому особенно приятно. Ну и увидим, потому что о фильме уже заговорили. Спасибо, Женя. На самом деле, друзья, я очень рад, что сегодня в Екатеринбурге премьера. Это такое самое главное событие, что с этим фильмом могло случиться. И у нас она здесь проходит в 4 кинотеатрах аж. Мы сейчас от вас убежим, но кто-то останется, и потом можно помучить будет Ройзмана, Белову, Габченко. Гошу не оставим. Поэтому спасибо, что пришли. Давайте смотреть. Приятного просмотра. Я хотел тоже сказать два слова буквально. Благодаря этому фильму я с сегодняшнего дня стану вашим земляком. Спасибо, это фамилия моего агента. Он позвонил и пригласил меня сняться в этой картине. И такому обаятельному, честному, умному мужчине отказать невозможно. Это по поводу Ройзмана. О картине, мне кажется, Сигарев хотел рассказать о нашей стране, но весело, но правду. Это редкое сочетание. Яна Троянова, на мой взгляд, ты сыграла всю страну. Сегодня в ее лице вы увидите саму нашу матушку Россию, правда. Я сегодня подумал о том, что ту роль, которую исполнила, у меня была такая мама. Абсолютно. Она была трогательная, уязвимая, чистая. А в душе у нее звучала музыка. Наша музыка. «Светлый дым». Смотрите кино! До встречи. А, вот ребята, выскажите им потом все в лицо, что вы думаете. А мы уедем. Пока. Зэ.